Мудрость слада при деньгах. Как позвонить, ебать мой хуй. I'm in the voice chat, bro. I can't play right now, блядь. Чмо. Как позвонить, блядь, в дискорде, понять не могу. Голосовой звездок. Я не понимаю нихера. Что, блядь? Зайди в чат, Владик. А. Блядь. Как поза... БЛЯДЬ! Музыка заебала. Сейчас. Алло. Почему я не могу позвонить сам? Где кнопка позвонить? Алло. Алло, нахуй. Да. Слышишь меня? Ты дурак, блин, да? Дурак, там же просто нажимаешь. Понял. Там не похуй. Поиграть со мной в компьютер? Да. Давай лучше поиграем в компьютер, друг. Давай Санька еще подрубим сюда. Какого Санька? Кто это? Бананы Саныч. Вообще как нехуй, чувак. Мне тупо похуй, я буду... А как добавить разговор? Там надо нажать, понял? Вот у меня, вот мы с тобой в диалоге, и там типа человек и плюсик. У него справа над головой плюсик. Блядь. Сейчас. Блядь. Не вижу, блядь, плюсик. Добавь друзей в беседу. Нашел плюсик? Создать групповой чат. Я просто ебу нахуй. О. Ебать. Нихуя себе. Конференция. Чувак, тупо, как старые добрые. Так может лучше в дотку? У меня нет доты, брат. Алло. Алло. Фубрик. Фубарлох. У нас это пиздыш. Фубардан. Будешь... Я сейчас вебку включу, чувак. Ну-ка. Ну давай беседовать просто тут. Слышишь, а я могу веб-камеру сюда подрубить? Ну да. Ну-ка, это мне нужно здесь удалить. Давайте пообщаемся, может, просто посидим тут, ебать, мохуй. Я не знаю, как ты, дружище, но я хотел играть в Майнкрафт, если честно. Ну, мне не о чем с вами разговаривать. А как мне, блядь, сука, почему мою камеру здесь не видно? Что а ты не врубишь, потому что у тебя камера на стриме используется. А я уже выключил ее там, блядь. А, тогда просто нажми на кнопочку, типа, первая кнопочка в диалоге. Алло. Увимкнуты камеру. Алло, Саня, привет, я на стриме сейчас. Мы тут собрались в этот самый играть в Майнкрафт, понял? А, в Майнкрафт собрались? А? Еще раз? Жестко. Ну, слышно меня нормально? Хочешь с нами в Майнкрафт поиграть? Не, у тебя телевизор было слышно, но теперь... Это не телевизор, это не важно. Ну, не, я же не майнкрафтер вообще. Ферамир. Да как будто, блядь, Владик майнкрафтер, похуй. Слышишь, так это самое, блядь, так давай пообщаемся, может, посидим тут, ебать мой хуй, че не? Ну я сейчас включу вебку. Да, я Саня, подрубай вебку. Вебку подрубить? Хорошо, вообще нас. Нормально так. Так а что там вообще? Как оно, Владичек? Да нормально, Майнкрафт играл, заебался. Я видел, ты умер как лошпед, блядь. Там, короче, понял, чтоб щит поднять, надо правую кнопку мышки держать. Я понимаю, блядь. Ну так надо направлять щит против Крипера, ну как так? Короче, ладно, я знаешь, Владик, что я подумал? Я кое-что подумал. Я, наверное, подниму сервак, назову его Данил 4.0, и он будет 24/7 включенный. Самый дешевый сервак, который только есть. И в чем суть, понял? На этом сервере стримишь ты, стримит Олег и стримлю я. Но при этом не обязательно одновременно играть, ты понимаешь, к чему я? Я понял, неплохо. А, главное, чтобы сейчас пениса не было. Ну, как это, может быть, наоборот, главное, не ладно. Мудрость слада при деньгах.
О, вроде не видно, кажется. Опять я что-то спалил. Боже, блядь. Ебать, Саня, здорово, мой хуй, ебать. Это просто эпично, пацаны, когда последний раз такое было? Лет 50 назад. Пиздец. Знакомьтесь, меня... пожалуйста, дорогие мои любимые телезрители радио, это Саша. Это Саша. Саша, пару слов о себе. Вишнёвого за тебя. Сейчас вернусь. Не понял сейчас, что за хуйня. Ну, короче, Саня, мы тут... Я просто стримил, понял? Ну и до сих пор это делаю. В Майнкрафт играл, просто затрахался страшно. Решил мне набрать. Я просто понял, Дискорд свой поднял, старый. Я им уже 5 лет не пользовался. 5 лет, понял? Не пользовался им. А что, у тебя другой Дискорд? А? Не-не, я типа вообще в принципе Дискордом не пользовался, покупаешь? А, блин, вот ты зря. Такая хуйня. 5 лет, понял. Такая хуйня. Ну что, какие новости вообще? Ну, вот... Ну, это... Никаких? Да ну нахуй. Да, абсолютно никаких. Ну, какие новости? Я становлюсь взрослее, с каждым годом мне грустно. Да чё? Вот такие вот новости. Ну, блин, совсем скоро стану старым стану. Бля, почему я именно на этом моменте прихожу с Саней? Это пиздец жиза. Я хожу и, блядь, мне 25 лет, нахуй. А что-то тебя не видно, Серёжа. А, блядь. Палец. Ебанись. Да. Привет, Серёженьки, я его люблю. Тебе от Цунами привет, брат. Он же у меня... Передай привет, Серёжа. Я его тоже. Я его очень люблю. Так, здесь... по идее, должно быть немного поярче, блядь. Надеюсь, я нихуя не спалил, блядь, на стриме. О, да, да, даже 60 кадров. Ого, бицуха у тебя, Серёга, ничего себе. Я новую картину рисую, пацаны, зацените. Это в зале, которая? Угу. А ты прям на потоке рисуешь, так еще? На потоке, не, я на потоке, в смысле на потоке? Ну, ну, прям вот painting стрим, знаешь. А, не, такое было, но не в этот раз. Я в Майнкрафт просто играл. Как лох. Да. Ну, у нас был, кстати, когда-то сервант по Майнкрафту, но, к сожалению, накрылся. Чё? Ну, потому что никто не играл, наверное. Часто. Серия, я... ну, кстати, реально, мне часто пишут, что нужно, типа, взять сервак поднять, нормально флексить. Ну, я, короче, думаю, что, типа, реально, это походу именно моя. Ну, тогда пиарчик мне давайте, Владислав. Касаемо. Ну, сервачку, типа, чтоб все был на слуху. Понял, именно наш, именно Skank. Подол сервер именно. Я понял. Ну, ты будешь говорить у себя в инстасторио так. Всем привет, меня зовут Владислав. Я хочу прорекламировать сервер моего друга. Не, это мой сервер будет. Ну, наш, типа. Ну, мой конкретно. Ну, да ладно, не мой, мне пох. Да ладно. Так, ну что, пацаны, какая повестка дня у нас сегодня? У меня хуёвая повестка дня, я поэтому, типа, и сказал, что я занят, бо у меня настроение залупа. У меня микрозайм. Что случилось? Да, ну, да, ты нихуя ещё не решил об этом. Причём уже не микрозайм, уже коллекторы именно. Я отвечаю, это даже не шутка сейчас. Типа, третий день коллекторов, они не выходят на связь, не дают мне реквизитов. Я не понимаю, куда мне им, сука, заплатить. Бабки-то у меня есть, типа. Карту скинь. Что-что? Говорю, что карту скинь. Карту что? Ну, карту скинь. Карту скинь? Да, карту скинь. Тебе? Номер, номер карты. Да я переправлю. Ничего не понял, нихуя вообще не я понял. Я тоже не понял. Да ладно, я совсем старый стал. Что вы думаете, это самое, касаемо войны вообще, что думаете, есть какие-то мысли? Ну, я с дедом на эту тему говорил, у меня дед умный, военный, поэтому я ему доверяю. Он говорил, что не будет. Я тоже такого мнения придерживаюсь, что будет в порядке. У меня дед полковник просто, типа, он такой достаточно серьезный человек. И он мне именно... Он сказал, что нужно мыслить критически, мол, типа, кому это на самом деле может быть выгодно. Он говорит то, что, типа, распространять слухи о войне кому-то может быть выгодно. Конечно, а вот реальная война... Да, типа, то есть отвести от чего-то может внимание, он сказал. Ну, о, блин, я тоже такое слышал, кстати. Ну, вот. Дедов, которые меня возят, типа, на скорой, типа, говорят, вот, ну все, это стопудово, типа, какой-то инфоповод просто. Ну, потому что мне кажется, что, ну, бля, война тем более уже 8-й год идет, ну, типа...
Нет, тут же более конкретная хуйня, типа, понял, повсюду войска, ебать, русские конкретно, понял. Так и шо, просто на нож каждого, блядь, сколько можешь. Каждый украинец просто обязан при случае нападения любого врага просто сколько можно на нож посадить, потому что мы поляжем за нашу свободу, не? Да. Я зря срочку полтора года служил, типа, меня же обучали вот это стрелять. Все, тем более, А я шизофреник. Ну. Поэтому, это... типа, если что... Вот, ребята, защитники! Будущее Украины чисто. Я на скорую пулемет установлю, буду ездить. Как в этом, понял, в Саудовской Аравии или где там, в странах этих... Я думал, как в брате. Тойота пикап, понял, и огромный такой, блядь, дрын, сука. Станковый 12-70 стоит. Рогатка, понял, для снарядов. Не знаю, пацаки, я достаточно хика, я просто с балкона обхуярил, честное слово. Я бы еще в мегафон, у меня же рупор стоит, понял, я могу в рацию, типа, пиздец, так громко. Погоди, ты можешь на скорой хуярить микрофон. Да-да-да! В голову! Да, кабанчик. Я могу ехать на машине, понял, типа, и такой прям брать, вот, ну, там, типа, такой громко говорить. Ты же типа, медик, наверху, чувак, ты можешь на карете скорой, это ж читы, тебя нельзя стрелять, типа. Крас нельзя стрелять. Я тупо крас на голову все вот так вот повешу, красный. Вот так вот буду ездить. Слушай, вопрос к тебе как к врачу, вот. Нет, подожди. Не надо, пожалуйста, не надо. Начинается, не надо. Смотри. Вот, ну, ты давал клятву ж, типа, правильно? Гипопотаму, да. Гипопотаму. Да. Если ты будешь, типа, вот просто по улице пиздовать и увидишь русского, подстреленного русского, чувак, именно ты смотришь, йоу, и ты понимаешь, типа, ну да, вот он сдохнет, у него кровотек, что ты будешь делать? Помощь оказывать. Ну, конечно, да. Конвенция там вся. Ну, это да. Солдат, это не русский, просто я имею в виду солдат именно вражеский. Так какая разница, типа, чувак, ну он же погибает, а я должен ему помочь, ну что, ну погибнуть должен. Слышишь, не, Саня? Мне нравятся врачи эти. Я Илюхе, короче, понял, написал. Угу. Он меня, ну, понял, типа, бортанул, типа, говорит, что там у меня там какая-то получение какой-то там залупы, понял? Угу. Я, типа, не буду с тобой общаться. Ну, типа, в двух словах. Блин, ну это грустно достаточно. Грустно, да. Тем более, что он в Киеве сейчас, пиздец. Такая себе хуйня. Я, кстати, права получил, вот что я хотел сказать. Да ну нахуй. Да. А что это пикнуло, блядь? Это кондиционер у меня пикнул. А, блядь, я испугался, пиздец. Но это такая, знаешь, психологическая подготовка к войне, типа. Кондиционер? Мы просто постоянно, да, постоянно пикаем кондиционером, понял? Базара ноль. А мне было интересно просто, Илюха старый кент, типа, понял? Я с ним вообще хотел встретиться, увидеться, понял? Вот, сейчас еще пикнет, понял? Прям под столом сейчас. Bomb has been planted. Точно, точно. Вот. Как оно. Ну я, короче, думаю, блядь, по старой дружбе, что можно ж, типа... Конкретно найтись там пивка, ну, хлопнуть, понял? Или на пасек. Короче. Я думаю, что Илюха на пасек не будет. Ну, один хуй, хоть что-нибудь. Пивка наебнуть, короче, пообщаться, типа. А он говорит, да, я там в Телеграм не захожу, хуй знает, типа. Так он же алкоголь не пьет. Что он вообще делает? Ты же знаешь история, типа, про то, почему он не пьет алкоголь? Мы сижу на стриме, Сань, помнишь? Да ладно, это безобидно. И вот, типа, была история, когда наши чуваки, типа, подговорили его, типа, бухнуть, рывасика. Кто-то? Рывасика чисто, за школкой бухнуть. Это вот. Еще в школе тогда? Да-да-да-да-да. Это лет по 15, по 16 было. Наверное, лет по 15. Вот, и он бухнул рывасика, типа, их менты покрутили. А, блядь, я за школой, я помню, блядь. Да-да-да-да-да, чувак. Не гони. После этого Илюха, наверное, не пьет. Здорово. Я помню, да-да-да-да-да. Закодировали на всю жизнь, чувак. Я помню. Это жестко. Была хуйня. Ну, я думал, что это прям безобидная какая-то тема. Не, ну странно. Я думал, что ему отложилось в голове, это типа на всю жизнь. Так а что, он, ну, шампанское даже не пьет или что? Ну, блин, я не помню. А были же какие-то тут... Подожди, мы на свадьбу ездили, да? Да-да-да. Я не помню, вообще не помню. Ну, я пил точно. Пивко нормально. Ну, мы все пили, нас называли животными, как бы. Да. Слушай, а ты вообще выкупаешь там, ну, типа... Не, кто не там шо, блядь, сижишь? Не. Мне просто... Интересно, кто-то родил или нет? Типа, а мне тоже. Интересно. Мне вообще все интересно, типа, на самом деле. Я бы на встречу выпускников сходил с удовольствием, знаешь.
Прям именно со смаком, типа, посмотри. А куда серый пропал? Я что-то не понял. Отвалился. Прям. Его аватарка даже исчезла. Да, он отключился, я прям звук слышал, вот этот, типа... Ты, блядь, мудак ебаный. Вышел из чата. Серый хуй. Да, Барбас. Кончу. Сейчас я ему на мобилу позвоню, придурок. Да, я бы тоже позвонил бы. На первую пару, сука. Шо-шо-шо, говоришь? Я бы тоже позвонил бы, если бы ты не звонил. Да, первая пара. О, пары. Пары. Буфар. Что такое пары? Буфар. Он у тебя буфаром записан? Буфар, да. Ну, прикольно. Кого-то, может, интересного можно подрубить в Дискорд. Пользователь занят. Тут мудак ебаный. Опа. Глотатель шпаг, блять. Как кринж, блядь. Фубрик, ты куда пропала? Да вот что происходит, блядь, с рэпкой. Что-то за хуйня. Снапчат, братан. Да, сейчас я, по идее, вот должно вот так сработать сейчас. Опа, тут афубар есть. Да. Слышишь, Серый, ты же в школу ходил? Да. Ты вообще помнишь своих одноклассников? Ну да. Ты знаешь их судьбу вообще? Ну, типа, кто повесился, там кто вскрыл. Кто в тюрьме, да, типа. Да. А ну, да, что-то да, есть интересное? Ну, смотрите. Один чел сразу вот закончил 11 класс и сел за поджог ларька и угон машины в один и тот же вечер. Ага. И вот как он сидел 3 месяца, у него родился сын. Вот так. Пизда. Вот так вот. Это один тип. Другой тип пошел в ММА пиздиться, типа. Я охуел. Ну, типа, он там на каких-то турнирах, вот, он что-то выступал, а потом скурился в говно вообще. Был такой здоровый, а стал худее меня, типа. Угу. Вот, пару девочек родили, одна девочка уехала в Австралию, типа, помогать, обучать местных, типа, всякой хуйне пиздатой, типа, как социолог или хуй знает, ну, типа, волонтер. Из интересных вроде все. Ну, еще вот мой кентурик, типа, который Егор, ну, он просто работает, тусит, живет нормально, обычный штрих. Блин, ну это жестко, на самом деле. Жестко, да. Ну, типа, это, наверное... Я не знаю, я думаю, наши одноклассники, типа, максимум скололись, типа, это, наверное, самое интересное. Так, я не думаю же, кто-то скололся, на самом деле. А кто мог, типа, скололся? Скажи мне. Вряд ли, мне кажется, что, ну, типа, вряд ли. Хотя, хуй знает, Днепровская школа. Блин, Тополь, чувак. Тополь 3. Не, ну, слушай, я видел, типа, вот, допустим, один одноклассник Porsche Cayenne купил. Ну, или не он купил, или это чей-то, он, типа... Типа, у него в собственности Porsche Cayenne, у одного из ваших одноклассников. Который, помнишь, кто курил, типа, в туалете, они вдвоем ходили. Ну, Артем, по-моему, зовут, если не ошибаюсь. Ну, типа, Инстаграм чекнул, а там, типа, он на Порше Каенку это едет с какими-то ребятами, не, типа. Ну, чел, ну, не значит, что это его, типа. Ну, один раз в жизни, типа, там, я не знаю, каршеринг заезжал, типа, я не знаю. Типа. Возможно, да. А ну, так я вообще нихуя не знаю. Мне кажется, наши одноклассники не способны Porsche Cayenne потянуть. Ты думаешь? Я думаю, да. Ну, типа... Я думаю, среди них вот есть как минимум... А кто, кстати? О, тоже, кто бы мог заработать кучу бабла? Ну, то есть Саня может, конечно, на скоро заработать. Саша может, конечно. Так вот, Данил говорит, 20 рублей кидает. Соседи говорит... пиздятся. Соседи пиздятся? Да. Говорит, я сейчас читаю вслух донат. Короче, нет, парни, против русских войск вы не вывезете, а американцы своих солдат не отправят умирать ради украинцев. Украинцы выдуманная нация, вы русские. Блять, иди нахуй, а! Параша, блять. Все, блять, я дальше читать не буду. Нахуй нам не надо. В жопу. Не, нельзя такое читать. Это же межнациональная розница сидела. Не, так это же. Какая я... нахуй межнациональная розница? Хуйню несет, типа. Просто долбоёб, дебил какой-то ебаный. Фух. О, серый, знакомая елка, это, по-моему, наша, да? Ну да, я думаю, куда заберете, вот стоит, не хочу выкидывать. Она настоящая? Ну да, из веточек, понял, таких маленьких, 100 гривен. А, не, каких 100, 250, по-моему, что-то такое. Ого, вот это ты раскошелился, типа. Хоть из еловых веточек или из тех веточек? Да хуй его, из каких я, просто веточек. Из тех веточек, которые, ну, ты подумал, ну, типа, не было бы ты уже елочки. Опа. Ну, а шо? Ну да, шо. Так, пацаны, в майн будем играть или шо? Да я хуй его знает, блядь, пока хостинг поднимется. Не, это типа, это ж, я не знаю. Нахуй надо. Ну, это долго, это минимум 2 дня ждать, реально. Ладно, анекдоты есть какие-то хорошие? Ну, про быстрого Гонзалеса я знаю, который сам себя в жопу отъебал. А ну-ка. Но я рассказал уже... Ну, он типа, короче... Бля, я не помню суть теперь.
Значит, заходит монашка и... Ща-ща-ща, да. Я вспомню, реально же этот анекдот я знал, погоди. Ну вы тоже пока подумайте, анекдоты вспомните. Я не знаю ни одного. Вот я тоже, но я пытаюсь отчаянно вспомнить, который мне мама рассказала. Я, типа, настолько дебилом стал, что начал вот эти шорты чекать в Ютубе. Что там, это? Типа, а, шортс, типа? Да-да-да. Она плохо. И там, короче, есть, типа, тема, чуваки на фоне того, как играют в сюрф в CSGO, если знаете. Да, что это такое? Смотри, вот, прыгать надо просто. Да, ебать, да, да. Я на серфе, чувак, дохуя времени провел. Вот, и они типа рассказывают на фоне этого, рассказывают эти типа короткие анекдоты, знаешь, там типа в духе... Что делает типа еврей-педофил? Что говорит еврей-педофил? А ну-ка. Что? Типа, купишь конфетку? А. Вот. На фоне вот этого типа... Базарану. Ты слушаешь вот это, вот, и я вот оттуда подумал, что наберусь каких-то таких приколёв, но не набрался. Настолько, да, уже старый, опять-таки. Вернёмся к этому, вернёмся к тому, чего начинали, слишком старый становлюсь. Олдмен. Олд, мистер Олдмен. Олдмен, да. Да, мне всегда говорили, что я мэтчо. Самое смешное, что, типа, у меня очень много друзей евреев, поэтому забавно, что ты так сказал, типа. Я в городе, который Днепрошутовск называется. А, да, базара, ну, базара. Бля. У меня и у самого-то нос большой-то. Я Иван Золо. Бля, пацаны, что делать со старостью? Я не верю, что через 30 лет техногенная сингулярность и перенос сознания в Android. Да не будет через 30 лет такого, сэр, это затрахал, не будет ничего. 30 лет это мало, в общем. Не-не. Спасибо, Айсволокам. Но прикол, что все очень ускоряется. Тебе самому почти 30 лет, и ты думаешь, что ты проживешь столько же, и появится такая залупа? Вот и все. Не, рановато, ничего, блядь, это лет через 1000, наверное. Типа, это кринж, сука. Но она же ускоряется очень быстро, типа, если посмотреть на стату, то пиздец, она вот вообще ёбнуться идёт. Сегодня с малышкой лежал, короче, в кровати, и что-то мысль в голову пришла, прикинь, мы сейчас лежим, а нам двоим, типа, 50 лет, если что, типа, ну, на двоих 50 лет, охуеть, ну, практически 50, 28, ой, блядь, сука, 48. На двоих это не считается. Привет еще раз, дядя Владик, считаю то, что украинцы и русские, это не один общий братский народ. Еще один анекдот: приходит армянин в горсовет в регистратуре. Род деятельности, машинист. Возраст 35 лет, национальность армянин. Партия, давайте. Не туда, вообще. Ну, кстати, типа, мне кажется, что последние события показывают, прости, что перебил, Сань, показывают, что мы не один народ. Ну, типа, последние события лет 10. Последние лет 8. Как минимум 8, как максимум, наверное, лет 15. Да вообще всегда, типа, началось все с ебучего наебалова с ядерным оружием. Типа, забрали это ядерки, да. Сказали, все будет заебись, все это будет чётенько. Да. Что, блядь, по факту? Все, о чем пиздеть? Ну, типа, банально, о чем дальше пиздеть? Когда, блядь, украинцам пообещали это, я был, сука, спермой. Я еще не родился тогда, кстати. Ну, типа, ёбана в рот. И я просто живу, нахуй, всю жизнь в наебалеве. Ясное дело, что мне не нравится Россия, блядь. И Путин мне не нравится, блядь. И война не нравится. Идите нахуй. Не, ну с оружием нас наебали кончено вообще, это пиздец. Пиздец. Я думаю, вот, бля, химию, если бы я знал, я бы, сука, пошел бы, сказал Вове, говорю, Вова, Зеленский, давай сделаем, я сделаю тебе ядерку плутония, дай мне, типа, я придумаю как. Да, блядь. А, пацаны, выставка скоро будет, кстати, у нас. Вероятно. О, какая. Блять. Короче... В Днепре? Там, может, и в Днепре какая-то будет. Просто... Вау. Когда-нибудь, блять. Короче, там какой-то есть... Блять. Какие-то энтузиасты, короче, сделали кафе маленькое, типа, и помещение еще купили. И там что-то типа бара, короче, там можно, короче, выставиться. Вот мы будем где-то 12 февраля примерно выставляться. Поэтому Киев прикольное место, потому что можно такие штуки мутить, you know? Ну это пока не точно еще, но вот так вот, возможно, будет. Это только зарождается где-то там, что-то, выставки там. Модуль. Типа. Или как этот? Ночной клуб, модуль. Ну модуль, да. Модуль. Вот. Вот. Я помню, работал, короче, в этом ресторане, понял? И да, Да, я знаю. Жалко, кстати. Официанты постоянно после работы, понял, пятница, это, ну, обязательно надо пойти, короче, блядь, в модуль, нахерячиться этого, ну, понял? И прийти в субботу вот так вот, вот с такими глазами, блядь, злые, пиздец, понял? Вот они всегда в модуль ходили. Я не знаю, что такое модуль, если честно, и где это находится, блядь.
Я, кстати, тоже не знаю, где находится, но, по-моему... Но место, походу, злачное, блядь. Сори, ты капиталист? Не. А кто? Протос. Ты их сейчас бы зазергал, да? Не-не-не, Протос. Мне кажется, что вот у них заебись политический строй. Ну, типа, пиздатый строй. Там, это типа, у них президента тренируют, типа, с нуля лет, короче, быть президентом, и потом он президент. Мне похуй еще, что ты сейчас сказал мне, ну, поебать именно. Мне тоже похуй, если честно. Я спросил, у меня было похуй изначально. О, помнишь, Серега, мы StarCraft с тобой играли? Бля, ведь было дело, чувак, погоди. Да. Ого, чувак, да. Это, знаешь, такие времена, как будто вот кусочек мозга ты такой старый отрываешь, и там еле-еле влажные воспоминания. Кисло. Да, помнишь, сколько в Доту наиграли вообще вместе? Чувак, я думаю, если сейчас зайти... Я даже сейчас проверю, сколько мы с тобой каток сыграли. Мне кажется, что, типа, ты у меня, если не первый, то точно второй или третий в профиле. И вот я как с армии вернулся, мы с тобой вместе сыграли 150 игр с винрейтом 48%. Ну, у меня совсем... У меня в целом винрейт хуевый. А больше всего у меня игр с... Сера, мы с тобой вообще играли или нет в доту? Я помню, с Саньком мы дохуя играли. Саня еще любил на Bristol Back играть. Это точно помню. Ребят, хотите прикол? У меня со Слиденом 666 игр ровно. Пиздарез. Ни больше, ни меньше, блядь. Понимаешь, типа, понимаешь? Не дать, не взять. Охуеть можно. Сейчас, секунду, меня опять зовут, да ёбан. Заебёшь. Блин, Серега так похудел, как будто на метамфетамине сидит. Сейчас Серега сидит, походу. Напонял на этом. На хмуром, блядь. Ты, дружище, слышишь, какую-то хунь, это самое, телега, шо, блядь, я даже не понял. Телеграфу, блядь, что это вообще значит? Блядь, мне даже стрёмно это открывать, если честно. Сейчас, секунду, Санёк. Что там, телеграм-шоп, да? Да какая-то, блядь, хуй пойми, блядь, если честно. Крафтовый сыр. Да ебать, слышишь, тут текста нихуя себе. Лёх. Да, тут чувак, тут читать пизда. Ну, я могу потом это прочесть вслух, конечно, но тут именно, сука, информация, блядь, охуеешь. О, серенький. Блин, реально. Я такой жирный чел, 90 килограмм вешаю, ёмно. 90 килограмм, ты чё? Серый, сколько весишь? 60 с хуем, наверное. 1 килограмм. 90? Погоди, Сань, как это возможно? Как можно весить 90 килограмм? Ну, чувак, очень просто. Вот, берешь и ешь просто. И Алиска. Не, погоди, я вешу где-то 50, наверное, хуй знает. Но у меня ну, есть, типа, вот, понял? Я машина, чувак. Мышечная масса. Ебать, Саня! А ну, Серый, засвети биц. Да, конечно, ну ты дрищ, пиздец. Не думаешь качалку пойти? Ну, мне есть, просто думаю, нормально для начала надо. Я хожу дохуя, двигаюсь дохуя, поэтому полностью. Реально. Блин, это, кстати, самое вот, важное, типа, в том, чтобы набрать вес, как оказалось. Вот я тоже жрал ни хрена и весил целых 64 килограмма. А потом, когда в армейку пошел и начал есть нормально, типа, 3 раза в день и до хрена, то вот оно 90 килограмм, типа, здравствуйте. 90 Тебе килограмм. Комфортно в таком теле, типа? Да. Да? Да. Да я максимально весил 150 килограмм, когда, типа, понял, это самое, гейнер хавал просто и не качался. 150 кило, типа, мышечной массы, понял? Ну ты вот прикалываешься, мы тут серьезно разговариваем. Серьезно, ну ладно. Это приезд из Славика. Ты вечно такой был, всегда шутил, вот, дошутишь. Дошутился, Дошутился уже. Уже бородатая картина сзади, уже все. Я нихуя не продал, кстати, вообще, я их пишу, типа, да. Пачками, понял? Вот смотри, Саня. Он стоит, я вижу, да. Ну, ёма. Пиздец. Блин, ну жестко у тебя обвешано, кстати. Да всё, нахуй, тут места нет вообще, понял? А всё что у тебя сзади, Серёга, написано? Там распорядок никнеймы нет? Никнеймы донаторов, никнеймы. Их же не видно.
Ну как, типа, обычно видно, просто... Сейчас на вебку не надонатили, походу, да? Нормально. Ну да. Мне так и не надонатили. А я видел, ты стримил, кстати, несколько раз, что я заходил. Ну как-то грустненько было немного. У нас классный поток был с Вероникой, мы сделали подкаст, вот который планируем продолжать. И вроде как очень классно сохранили. Получилось. А на последнем стриме, который я удалил, к счастью... Лего собирали, что ли? Мы собирали лего. Ну там вообще я нихуя не понял. Там просто камера типа и лего. Что потупил минут 5, короче. Ну я могу показать, что мы собрали потом. Сейчас. Лего я люблю. Саня лох. Да ладно. Короче, вот что мы собрали. Ага. О. Погоди, нихуя. Это Феттеля машина, что ли? Ну это Феррари. Типа Феррари. Ебать, жестко. Но знаете, что самое жесткое? Что самое жесткое в этой теме? Колеса видно, да? Смотрите. Ну сейчас. Бля, ты ж, то есть руль крутишь, и они поворачиваются. Да, чувак. Сука, это удовольствие стоит. Это официальный лего, типа, да? Смотрю, нет, чувак. Официально лего такого нету даже примерно. Вот, и еще тут есть. Ну короче, видите желтые такие херни, да? Это типа двигатель поршня. А, ебать, там поршни, да, охуеешь. Ты крутишь, короче, колеса. Пиздорез. И поршни двигаются. Вот, я Вероничке показывал. Как типа двигатель внутреннего сгорания работает. Вот так. Вот они, вот так вот. Типа, когда только поршни не видно в двигателе обычно вроде. Да. Блин, камера отлично приблизилась, кстати. Я не понимаю, почему она приближается, но... Ну какая разница? В настройках включено, это прикольно. Да? Я вот за Формулой-1 слежу, короче, порой. Ты следишь, Саня? Да. Ты знаешь, что последний... Нахуя? Ты знаешь, что последний чемпионат выиграл? Бля, Ферстаппен, что ли, я не помню. Да, именно он. А в кон в Редбуле, что ли? Да. Меня этот, короче, британец, негр, так заебал, короче. Он, как его, блядь, Хэмилтон, блядь. Да, семикратный чемпион. Как он заебал, он в 20-м году, типа... Ну, вообще интриги нет, он стал чемпионом еще за, сука, за 5 гонок, типа. Что такое? Вообще, он все выигрывает, типа, просто его дисквалифицировали, потом у него ковид-тест, типа, он один хуй выигрывает. Но самое интересное, в том году, когда у него ковид, типа, ну, положительный был. Да. Короче, за него ездил, да. Какой-то пацик, да, молодой совсем. Да. И самое главное, вот в чем прикол, в том, что он показал нихуя себе какой результат. Если бы он не сошел с дистанции, он бы мог нормально показать. Да. А что это значит? Что сейчас в Формуле 1, походу, именно очень сильно машина роляет, типа, не как раньше, понимаешь? Да. Мастерство пилота сейчас на втором месте, на самом деле. Нет равенства между командами, просто типа в плане болидов. Потому что у тебя просто Мерседес, у тебя Хэмилтон и Боттас, которые просто всех ебут, потому что у них тупо машины лучше всех, ну пиздец. Да, в этом есть доля логики. Хотя, с другой стороны, вот Шумахер, когда из Бенеттона перешел в Феррари, Феррари вообще была последней командой, одной из, там вообще пизда, типа, было очень плохо, типа. Но у Шумахера такая, я даже документалку про него смотрел. У него такая философия, что ему неинтересно выступать в командах, которые всех ебут. Как Хэмилтон, допустим. Не было интересно, да. Ну да, на. Короче... Нюанс произошел на лыжах. И он чуть ли не специально пошел в Феррари, которая вообще хуй сосала. И пять, ну, сначала он 3 сезона сосал хуй, а потом 5 раз подряд чемпион. Это пиздец. Ну, то есть это мужик именно, жестко. Да. Охуенный тип. Да, Шумахер красава. Да, правда, вот как-то некрасиво получилось, конечно. Блин, прикинь, насколько он стал иконой, типа, что в русском языке закрепилось за, типа, хорошим гонщиком, типа, название Шумахер. Типа, нарицательное, ну, да. Да, ну ты Шумахер. Ну, на самом деле был топ, ну это пиздец, это топовый именно человек и пилот, типа, в принципе. То, что сейчас Хэмилтон побил все его рекорды, это нихуя вообще не значит, потому что, ну, это... Просто тачка. Просто с тачкой повезло. У него, да, просто хорошая машина, на самом деле. Фубар чмы, говорят. Пакни. Так, ладно, мальчики, я пойду, короче, это позависаю еще немного с подписчиками, ладно? Спасибо вам за то, что пришли. Давай, дядечка, давай. Приятного тебе стрима, друг. Спасибо, ребята. Вам, Тёмик, спасибо, Саня, что пришел. А Фубар тоже спасибо. Фубар без.
Буфар. Фубрик. Да все, ладно, пока. Да ну фубар, ну все, ладно. Ну что ты? Да ладно. Ну давай уже. Ну давай, вали уже. Фубрик. А, ну вот так вот с мальчиками. Жесткий троллинг. Сильвестра Сергеев. Бля. Алло. Вот так вот с мальчиками. Ну, если вам нравится так, такой формат, ребята, можем, типа, почаще поднимать людей разных, вот, знакомых, друзей, короче, подписчиков тоже. Алло.